Всем привет! Рассмотрим сейчас некоторые интересные штучки из мат-анализа. То есть это вот эти три штуки. Первая — это функция, использующая метод Гаусса-Кронштадта для выполнения численного интегрирования. Ну давайте посмотрим, как она у нас тут работает. Так, это мы сделаем пределы. Так, и теперь нам надо e, например, да? Должно получиться по единице. Получилось. Отлично. Так, а теперь посмотрим мы функцию аппроксимации производных на основе центральных разностей. О как! Так, это вот она желтенькая. Так, ну тут давайте напишем синус x. Мы, кстати, предварительно в радианы это дело переключили. И тут пи делить на 2. Вот такая жесть. Так, ну-ка посмотрим производную этой точки, получится у нас или нет. Получилось 0. Все верно. Отлично. Так, а теперь рассмотрим вот эту желтенькую штучку. Это у нас функция вычисления суммы определенного диапазона fx. О как. Так, ну давайте сделаем тут x плюс 1. Начнем расчет с единицы до 5. Так, должно получиться 20. О, получилось. Отлично. Мы просто крутые ребята. Ну и в заключение этого видео, если вы его смотрите, значит вы настоящий гурман математики. В качестве бонуса рассмотрим функции преобразования координат прямоугольных в полярные и наоборот. Сделается это тут очень просто. Это вот мы сейчас хотим в полярные координаты, например, перевести. Вот видите. А если мы хотим наоборот, в прямоугольные, то это будет вот так. Ну, теперь вы знаете почти все. Осталось только разобраться в том, что это такое, и будет нам полное счастье. Всем пока!